Добро пожаловать на канал Harders at Info. Передо мной находится устройство Redmi Note 11S. И сейчас я покажу вам, как включить вспомогательную сетку в камере данного устройства. Для этого мы включаем камеру и нажимаем на три полосочки в правом верхнем углу. И здесь у нас есть сетка. Мы просто на нее нажимаем, и сетка включена. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.